Всем привет! Это видеообзор лакомства для собак фирмы Trixie. Я его приобрела в магазине Шиншилка. Это лакомство в виде пасты. Значит, это лакомство с говядиной. 110 грамм тюбики. Сделана паста в Германии. Значит, состав 85% мяса и мясных продуктов, в том числе 52% говядины. Также есть крахмал, инулин, специи. Эта паста не содержит сахара. Металлический тюбик хорошо хранится в холодильнике. Вот так выглядит паста для собак. Саньке нравится. По чуть-чуть кушает. Спасибо вам за внимание. Успехов всем!